Блять. Всем привет! Спешу поделиться радостной вестью. Мы начинаем делать по гарантии DeWalt, инструмент компании Stanley Black & Decker. То есть у нас будет и Stanley, и Black & Decker, и DeWalt. В этом ролике, возможно, я покажу несколько инструментов. К нам уже занесли инструмент магазин Leroy Merlin. Нам первый поставщик гарантийного инструмента. И первая модель — это лобзик DVE-249. В комплекте у нас, сейчас подождите, покажу коробку. В комплекте инструкция, 3 года гарантии. Компания DeWalt уверена в качестве выпускаемой продукции, поэтому предлагает уникальные 3 года гарантии. В комплекте всего одна пилка почему-то. У другого бренда я знаю, что по 3 идет. Лобзик там в пакетике. Вот такой чистенький, желтенький. Значит, причина обращения. Искрит двигатель. И это предпродажка. То есть его еще не продавали. Проверили просто в магазине, а он уже с браком был. Интересно, для чего это? Фиксировать. Ну да. Хотя здесь есть винт. Даже 2. Давайте включим его, наверное. Проверим. Аккуратненько. Сразу видно, искра проскочила. Сейчас я все сфотографирую и буду вскрывать. Распечатал схему. Лобзик, мощность 550 ватт. Сделан 12 месяц 2020 год. Открутили и разбираем. Да, обратил внимание, очень большой минус этого желтого корпуса. На нем видна сразу любая грязь. Вот там чуть-чуть где-то грязным пальцем дотронулся. И все. Верхний корпус, маска. Пружина у нас выпала сразу. Она вот здесь, видимо, стояла. Да. Разобрали, смотрим. И смотреть не на что. Какое-то почернение. Здесь что-то непонятно. Выключатель какой-то, как на дрели. Сейчас достанем ротор и прозвоним. Короче, обнаружил причину поломки. Провод, видите, трется. Видите, вот этот провод касается ротора. Он у нас, скорее всего, тут протерся. И через него идет. Короче, да, провод оголенный на статоре. Но это косяк сборки. Тут как бы без вариантов. Но я сейчас соберу, проверю, будет оно работать или нет. Ну, короче, лобзик работает. Ну, по-хорошему, здесь нужно менять статор. В описании так и напишем. Дадут нам согласие, не дадут. Не знаю, может еще и ротор. Ну, так-то все рабочее. Повреждение конкретно на проводе статора. Следующий инструмент у нас будет УШМ Stanley. Stanley FatMax. 3 года гарантии. Но здесь, видите, звездочка.
То есть третий год гарантии только при регистрации на сайте. Здесь человек, по-моему, требует возврат средств. Как мне рассказали, вроде как он говорит, пару минут поработал, и она это, ну, не верится по виду, как он ее засрал. У него здесь валялся, короче, рядом, это мы уже вставили, выключатель. В комплекте дополнительная рукоятка и ключ. УШМ с регулировкой оборотов 3000, от 3000 до 11000. 1100 ватт мощность. Вскроем давайте. Давайте, наверное, ее попробуем включить. Естественно, она не включится без выключателя. Сейчас я... Дата производства УШМ 21 год. Июнь. 28 июня, наверное, как правильно читается. Не, наверное, чтобы ее вставить, придется все-таки разобрать. Следов вскрытия не видно. Ну, якорь здесь, ламельки нормальные, ну, видно, что она включалась, но непродолжительное время. По ламелям видно, что да, работала она мало. Такое ощущение, что тут содрали вон защиту на статоре. Крутили и снимаем. Ну, посмотрите, какое литье. Якорь бронированный. Люфт такой огромный. Вот я немножко вытащил статор, видите? Хотя и с этой стороны такое же. Это просто бумага такая наклеена. Обратите внимание, статор вообще никак не крепится. Просто сидит в своем посадочном месте. Кнопку установили. Проверяем. Кому интересно, как выглядит внутри шестерня, то вот она. И вот такая смазка. Это девольтовская смазка, она изначально такого цвета. То есть не подумайте, что это с ней что-то не так. Короче, УШМ имеет рабочий вид. Кнопку, наверное, он просто вот так отломал. Вот сюда, если сильно потянуть, явно она оттуда вылезет. Просто у нее такая конструкция. Как бы УШМ использовалась, возвратят ли деньги или не возвратят, я не знаю.
Болгаркой пилили, следы работы видны. То есть человек поработал, она ему больше не нужна, он решил вернуть деньги. Это уже решает магазин, да, возвращать ему, не возвращать. Наши полномочия здесь. Все. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все, окончено.